Брестский государственный технический университет. Пункт регистрации работает в будни с 9 утра до 19 вечера. Здесь можно подать заявление лично, а можно сделать это через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. В этом году основная такая, наверное, так скажем, фишка, назовем ее, как говорится, да, то есть это регистрация посредством сети интернет. То есть для того, чтобы минимизировать приходы в пункт регистрации, ребята могут пройти, соответственно, эту регистрацию дома, зайдя на сайт Республиканского института контроля знаний. Каждый абитуриент имеет право пройти регистрацию не более чем на 4 предмета, одним из которых обязательно должен быть русский либо белорусский язык. Одним из первых желающих зарегистрироваться на ЦТ в очной форме стал Вячеслав Базылюк. Молодой человек желает примерить на себя погоны курсанта Академии МВД. Поступаю на следственно-прокурорскую деятельность, сдаю обществоведение, математику, русский, английский. Ну, в принципе, переживаю чуть, но я думаю, у меня все получится. Немало абитуриентов нашли свою специальность и в Брестском техническом университете. Я регистрировался очно. Я живу тут недалеко, мне так, в принципе, удобнее. Поступать буду сюда, собственно, в БРГТУ. Централизованное тестирование начнется 16 июня с белорусского языка. Далее тесты по русскому языку и остальным предметам. Проходить они будут через день. Виктория Гуляева, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».